Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Населению необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью, вести здоровый образ жизни и ежегодно проходить флюорографию, чтобы выявить болезни на ранних стадиях. В Новочебоксарской городской больнице целый месяц проходили различные мероприятия по профилактике туберкулеза. Школы здоровья для пациентов, консультирование, информирование населения о горячих телефонных линиях, беседы, конференции для специалистов и многое другое. В рамках месячника новочебоксарцы могли посетить выездную станцию флюорографии, которая охватила все районы города. Одним из основных мероприятий месячника стал День открытых дверей, прошедший 21 апреля. В поликлиниках горбольницы пациентов принимали следующие врачи-специалисты – офтальмолог, хирург, уролог, травматолог, эндокринолог и другие. К врачам общей практики обратилось 269 человек. В поликлинике номер один пациенты могли пройти различные обследования. Важную информацию о текущем состоянии сердца посредством ЭКГ-обследования узнали 38 человек. 14 представительниц прекрасного пола прошли обследование молочных желез. 31 человек посетил флюорографический кабинет.